26 июля 2017 года в городе Рязани проведена стратегическая сессия по вопросу обсуждения концепции социально-экономического развития Рязанской области до 2030 года. Участие в мероприятии приняли временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Александр Цибульский, заместитель министра финансов Российской Федерации Илья Трунин, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы Владимир Мау, вице-президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации Лена Дыбова, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Виктор Черепов, общественные и научные организации, бизнес-сообщества, представители федеральных и региональных органов государственной власти, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Предполагаемая к обсуждению концепция социально-экономического развития до 2030 года в дальнейшем ляжет в основу будущей долгосрочной стратегии развития Рязанской области. На сессии рассмотрены основные приоритеты долгосрочного развития нашей области, среди которых можно выделить такие, как экология и устойчивое развитие, высокие технологии, точки роста, условия для предпринимательства, человеческий капитал, наука и инновация, туризм и историко-культурное наследие, пространство для жизни, общественный транспорт и повышение транспортной связности, здоровье и социальная сфера, инженерная инфраструктура и ЖКХ, управление развитием и гражданское общество. Система намеченных приоритетов концепции сформирована с учетом необходимости выхода на траекторию устойчивого развития. При этом основное внимание направлено на улучшение качества жизни и сохранность экосистем.